сегодня вы увидите. Ну, короче, скажи привет, Ютуб. В смысле привет, Ютуб? Ну, конечно, прокачаю. Если ты только выиграешь меня в дуэли. Дашь голду? Ну да, 100 тысяч там. 100 тысяч голды? Блин, погнали. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня вы увидите очень веселое видео, в котором школьник попытался меня развести на мой аккаунт. То есть я тоже притворился новичком, я снял все свои дорогие скины и сказал ему то, что я играю ровно одну неделю. И что из этого вышло, смотрите дальше сами. Но, если вы наберете за этот день 2000 новых подписчиков на мой канал, плюс 5000 лайков за эти сутки, то я разыграю для вас керамбит. Так что поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и всем удачного просмотра. Доели стандартные скины в Stand Off 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Алло, привет, ты тут? Да, я тут. А ты прокачиваешь аккаунты в стендофе? Конечно, прокачиваю. Да, а ты можешь мне, пожалуйста, прокачать? Потому что у меня нет вообще никаких нормальных скинов. Пожалуйста, прокачаешь мне? Ну, конечно, прокачаю. Если ты только выиграешь меня в дуэли. В смысле, еще дуэлиться против тебя надо? Да. Если я тебя выиграю в дуэли, то ты мне дашь дорогие крутые скины? Ну да, там Трэш Хантерс, трек, гол керамбит, да. Нож бабочку. Нож бабочку, да. Дашь? Да. Да ну, если я тебя выиграю, ты мне дашь керамбит голд, нож бабочку и голду. Дашь? Дашь голду? Ну да, 100 тысяч там. 100 тысяч голды? Блин, погнали играть. Да. Офигеть. Давай тогда играем до 5, только бей Тёмка. Согласен? Ну да, хорошо. Давай. Сейчас я тебя выиграю, просто порву на изях. То есть, если я тебя выигрываю, то ты мне прокачиваешь аккаунт, правильно? Конечно. Блин, вот это круто, блин. Я всегда мечтал, чтобы мне кто-то прокачал аккаунт. Так, о, ты уже зашел, да? Да, я зашел. Блин, слушай, какой у тебя самый дорогой скин? Нож, бабочка, керамбит, голд, да? Ну там все. А где они, да, у тебя? А где они у тебя? А ну покажи. А... Ну я их просто снял. А, снял, а зачем? Ну ты просто чтоб офигел потом. А, то есть ты решил, чтобы меня больше удивить, все это снять и притвориться бомжом, да? Блин, да. Смотри, а у меня самый дорогой скин это вот этот, видишь? Смотри, вот этот. G22 Frost Warm. Фу, говно! В смысле говно? Так, так, так. Иду тебя убивать. Так, мы играем только бей Тёмка, ты правила только не нарушай. До 5, да, правильно? Ха-ха, я выиграл. Че ты вообще плохо играешь? 1-0. Это первый раунд. Чё, это изи было просто. Капец. Первый раунд. Походу ты мне будешь прокачивать аккаунт, да? Да не, нифига. Ну блин, ну я буду стараться, давай, давай. Слушай, еще такой вопрос. Откуда у тебя так много денег на все эти крутые скины? У меня батя миллионер. Да? Ого, вот это класс. Ой, ты опять проиграл. Да блин, да как так-то? Блин, счет вообще 2-0. Капец, счет ты вообще плохо играешь. Слушай, а можешь рассказать, как выглядит новый нож бабочка? Ну, короче, на него это... Ну, короче, смотри, давай сначала доиграем, и потом я тебе расскажу. А, ну окей, давай. Или сразу на аккаунт его дашь. Ну вот, да, сам посмотришь. О, 3-0. Слушай, а почему ты решил прокачивать вообще аккаунты? Просто за дуэль, это же, ну это же, я считаю, бесплатно. Почему? Ну я люблю людям помогать просто, ты понимаешь? Да? Ого, слушай, такой добрый. Блин, как же классно, что есть такие классные люди, как ты. Ой, я тебя опять выиграл. Ты что-то вообще плохо играешь, капец. Ты мне хоть не поддаешься, надеюсь? Да не, не поддаюсь. Так, ну что, последний раунд, я тебя побеждаю, и все, получается, ты должен прокачать мне мой аккаунт. Сначала выиграй. Да, окей, без проблем, сейчас выиграю. Так. На-на-на, о, я в тебя... Все, все, 5-0. Чё-то было легко.
А как ты так всухую-то меня? Все, мы договорились, все, теперь ты должен мне прокачать аккаунт. Что от меня требуется? Все, я тебя выиграл, так, давай. Так, смотри, короче, в ВК мне скидывай логин и пароль, и я тебе задоначу 100 тысяч, и ага. Там всякие, это, инвентарь, короче, прокачаю, что я тебе говорил, там, гол, да. Это, гол. И нож бабочку, там, самое главное, дашь? Нож бабочку дашь? Да, да, дам, конечно. Так, ну окей, я тогда прямо сейчас в ВК напишу тебе логин и пароль. Так, все, так, все, да. Я тебя скинул, видишь? Да, сейчас, подожди, зайду. Давай. Пару секунд. Так, ну чё там? Ты мне уже все это начислил, потому что уже прошло, блин, минут 5 времени. Ну, короче, скажи привет, Ютуб. В смысле привет, Ютуб? Какой Ютуб, ты о чём? Короче, я тебя обманул на аккаунт, все, давай, пока, удачи. Ребят, прикиньте, он еще и оказался ютубером, блин, ну это просто полный трэш. Короче, ребята, никогда не верьте вот таким вот разводилам. Мне очень повезло, потому что я ему написал аккаунт свой фейковый, там где первый левел. Я ничего не потерял, просто новый аккаунт создал и ему написал эти данные. Он сменил пароль, потому что я проверял, ничего не работает. И еще и снял это на ютуб, ребят, это просто полный трэш. Короче, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.